Всем привет! Сравнение смартфонов Apple iPhone 10 против Samsung Galaxy M51. Со стоимостью наличия можете ознакомиться в описании к этому видео, также сравнить стоимость и наличие этих устройств. По внешнему виду Samsung сделан из пластика, вот, iPhone металл и стекло, спереди и сзади это стекло и металлическая окантовка, тут цельнопластиковый корпус. Сзади двойная камера против квад-камеры, на передней части 5,8 дюйма дисплей у iPhone против 6,7 дюйма дисплея у Galaxy M51. Дисплеи эти AMOLED против OLED дисплея у iPhone с примерно одинаковым разрешением Full HD+, 1080 на 2400 точек, там чуточку побольше у iPhone. Вот, плотность пикселей у него будет побольше. Есть джек для наушников у Samsung, также он на 2 нано сим карточки, порт Type-C, тут порт Lightning. Включим устройство, сделаем это одновременно, посмотрим, кто быстрее загрузит систему. Так. Также стоит отметить, что у iPhone есть степень защиты, то есть у него нет джека для наушников, но зато есть степень защиты IP68. Выдерживает брызги, пылезащищенный и погружение там, не более 5 минут на глубину не более 1 метра тоже вроде как выдерживает. Так, разблокируем Samsung, он включился быстрее. Вот, ну, отклик на нем был раньше. Так. Android 10, One UI Core 2.1. И ожидаем загрузки iPhone. Да, значительно дольше загружается iPhone. Так. Загрузился. И переходим в синтетические тесты Geekbench. Apple A11 Bionic, 2,4 ГГц, это 6-ядерный процессор, 3 ГБ оперативки. Против 6 ГБ оперативки процессор Qualcomm Snapdragon 730J, 8-ядерный 6+2. И смотрим результаты тестов. Результаты теста. Видимо, iPhone выигрывает одноядерный и мультиядерный тест. Также посмотрим в AnTuTu Benchmark. .276/282. Тут более-менее равно показывает в AnTuTu Benchmark цельный комплексный не только процессор, а полностью все системы, оперативной памяти как работает, и видеоускоритель как работает. Тут чуть-чуть есть преимущество iPhone, но небольшое. Давайте теперь пооткрываем одинаковые странички в интернете. Вот, начнем с сайта Mi.com. Вот одновременно нажимаю сюда, смотрим, кто быстрее загрузит. Примерно одновременно загрузили устройство. Давайте теперь сюда. Тут тоже примерно одновременно загрузили. Полностью ожидаем, тоже одновременно загрузили. Смотрим на сайте, ну, например, Samsung. Перейдем по этой ссылке. Samsung быстрее. Samsung быстрее. На своем сайте он работает быстрее. И посмотрим еще на сайте Apple. Apple.com. Samsung загрузил быстрее, но без анимаций. То есть видим тут красивые анимации. Давайте по другой ссылке сюда. Снова то же самое, без анимаций. Так, найти бы какую-то ссылку обычную, да? Вот кликаем сюда, iPhone был чуточку, хотя вот одновременно идет ролик, то есть одновременно они загрузили вообще со всеми анимациями. Ну чуточку вроде Samsung M51 постабильнее iPhone 10 будет. Окей, давайте, например, откроем камеру. На iPhone камера быстрее открылась. Откроем, например, Store. На Samsung быстрее открылся Store. Например, давайте откроем какую-то программу. Ну, календарь, да. Так, календарь. Вот. Ну, тут
примерно одновременно. Хорошо, и откроем тяжелую игрушку PUBG Mobile. Вот, одновременно смотрим, кто быстрее загрузит игру. Ну, тут должен выиграть iPhone. Ну, в общем, видим, что они примерно, да, по производительности в программах, в интернете, они примерно одинаковы. На iPhone установилось обновление небольшое. Вот, так что учитываем это, и даже с учетом обновления на iPhone игра загрузилась быстрее. Как бы ролик — это уже игра, и чуточку был быстрее. Если бы не было обновления, то был, на iPhone была бы загрузка более значительна, то есть игры грузятся быстрее на iPhone. Теперь посмотрим, что тут будет по графике. Сейчас ожидаем этот ролик. Вот, по стоимости сейчас можно купить, как бы, устройство новое, iPhone X уже тяжело найти. Но есть восстановленные устройства, официально восстановленные, которые будут где-то на $150 дороже, чем... То есть тут стоимость примерно $400, тут будет где-то $550. Это за новое восстановленное устройство с полной комплектацией. Это за новое устройство $400, то есть дешевле Samsung. Графика. А вот за бэушное устройство будет, да, примерно одинаково. Видим, что на iPhone игра будет работать на лучшем уровне графики и лучшем уровне частоты кадров. То есть игра быстрее грузится и лучше работает. То есть тяжелые игры будут лучше работать на iPhone X, чем на Galaxy M51. Хорошо, закрыли. Вот, и перейдем к камере. Камера устройств. Тут двойная камера, тут квад-камера. 64 плюс 12 плюс 5 плюс 5 мегапикселей камера Samsung, тут 12 плюс 12. Покажу вам примеры снимков на основные камеры этих устройств, в сравнении сможете оценить качество. Что касается автономности, выигрывает Samsung, конечно же, это один из лучших смартфонов по автономности, 7000 мАч батарейка, до 2 дней держится в нормальном использовании. iPhone держится больше дня, тоже, в принципе, у него автономность выше среднего, хорошая, более, да, немножко более 1 дня держится. То есть обычно, как смартфоны, там день пропользовался, на ночь поставил на зарядку и опять день пользуешься. С айфоном ситуация, с айфоном X ситуация чуточку получше, автономность у него хорошая. Так же, как и айфона 10R, немножко он проигрывает 10R, но автономность хорошая. Значительно выигрывает, по крайней мере, обычные 4,7 дюйма айфоны, типа 8, 7, 6S. Окей, но сильно проигрывает, конечно, там на процентов 50 по автономности будет лучше Samsung. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал Максим Мобайл, комментируйте, ставьте лайки и ждите новых видео. Пока!